В эфире «Итоги недели» на канале БУК ТВ. Я, Павел Белявский, корреспонденты информационного отдела расскажут о том, какими событиями была отмечена прошедшая рабочая неделя. Что интересного нового произошло в городе Бресте? Коротко о главных событиях. Столетие Вооруженных сил Беларуси и День защитника Отечества отпраздновала Брещина. Эта дата – память о тех, кто стоял у истоков зарождения армии молодого советского государства в годы Гражданской войны, участвовал в создании Белорусского военного округа в межвоенный период и отстоял свободу нашей Родины в годы Великой Отечественной войны, кто в течение десятилетий защищал завоевание Великой Победы. Мороз, оружие, солдатская каша. Брещане с размахом отметили столетие Вооруженных сил Республики Беларусь и День защитника Отечества. Впереди много интересного. Надо жить, надо радоваться жизни, надо творить. Открытие и откровение Филиппа Ковалева, брещанина, отпраздновавшего 90-летний юбилей. Об этих событиях и не только прямо сейчас. День защитника Отечества и столетие Вооруженных сил Республики Беларусь отмечает страна. Этот поистине всенародный праздник знаменует дань глубокого уважения к нашей героической истории, олицетворяет преемственность ратных традиций, является признанием заслуг защитников Отечества всех поколений. В последнее десятилетие делается все возможное для поднятия престижа и авторитета воинской службы. Проведенное реформирование и последующее развитие вооруженных сил позволило придать армии современный облик, оптимизировать структуру и численность. Современный солдат – это воин, подготовленный в различных направлениях службы, готовый выполнять поставленную задачу четко и конкретно. Торжественные мероприятия, приуроченные и посвященные столетнему юбилею, прошли во всех уголках нашей страны. В областном центре поздравления принимали защитники Отечества всех поколений. Почему-то ей ярко запомнилось, говорит, подъехала, они стояли в доме. В разрушенном, заняли позицию свою. И подъехала машина, кругом, говорит, бомбежка, ужас. И эта машина ни туда, ни сюда, а это на площади там какой-то центральной. И падает авиабомба прямо на эту площадь. О событиях 40-х Маргарита Сасевич говорит, с трудом сдерживая слезы. Когда-то мама Александра Никифоровна Кушнирова рассказывала ей о том, как непросто приходилось на войне, как проходила жизнь под постоянными бомбежками и обстрелами. В свои 20 с небольшим Александра Никифоровна, первая красавица своего города, ушла на фронт. На своих хрупких девичьих плечах в составе санбатальона выносила с поля боя раненых. Вот это слово «подвиг», они заключаются вот таких, как они. Пехота по праву подвиг. Как сказать, летчики по праву подвиг. Там все были в подвиге. Но в основном я так вот считаю, что вот эти девочки, которые пришлось им на их долю вот этого всего страха, вот этого всего горя, слез, крови, все это на них. Потому что они непосредственно в этом участвовали. Ветераны Великой Отечественной войны – это сегодняшние герои, полноправные обладатели статуса защитников Отечества. Их подвиг, как и подвиг тех, кто не вернулся из боя, навсегда будет вписан в славную летопись белорусов. Именно поэтому мероприятия, посвященные Дню защитников Отечества, а также столетию вооруженных сил, начались с возложения цветов у подножия монумента на площади Свободы, а также у вечного огня Брестской крепости. Образ солдата-освободителя навсегда останется примером истинного мужества и самоотверженности, на которого можно и нужно равняться. Современная белорусская армия имеет славные боевые традиции. На разных исторических этапах она достойно выполняла свою основную задачу – оборону страны и ее народа. Надо чтить их, и если так дал Бог, что пуля не берет два человека, а одного. Если это снайпер вложил в моего соседа, или этот осколок, я сам жив, то пока я буду жить, мы должны дать цветы, и, проходя мимо адмиралу, кланяться, спасибо вам за то, что вы
защитили нас. Эстафету старшего поколения принимают молодые военные белорусской армии. В республике создана надежная система национальной безопасности. Брещане это ощущают особенно. На территории приграничного города находится целый ряд специализированных подразделений. От войск радиоэлектронной борьбы до десантно-штурмовых соединений. Сегодня они имеют не только серьезную материально-техническую базу, но и качественный кадровый потенциал в лице мотивированного офицерского состава. Вооруженные силы Беларуси оснащены новейшим вооружением и техникой, полностью соответствуют вызовам, рискам и потенциальным угрозам военной безопасности государства. В условиях непростой международной обстановки мы как никогда должны ценить мир и согласие в нашем обществе, укреплять политику, которую проводит в этом направлении глава нашего государства. Изначально, когда я проходил обучение еще в средней школе, в 9 классе я принял решение о том, что я хочу стать офицером. И с 1998 года я прохожу службу. В рамках торжественного мероприятия по случаю Дня защитника Отечества и столетия Вооруженных сил Беларуси лучшие из лучших были удостоены памятных наград от руководства области, города, смежных структур. Труд военнослужащих всегда был особенно уважаем. Сейчас принимается решение по строительству жилья в районе микрорайона Южный. Знаете, что сейчас будем вместе заниматься с детским садиком, который находится в этом микрорайоне. Впереди много планов и задач. Самое главное, что воинские части Брестского гарнизона достойно выполняют боевые задачи, будь то это задачи в Республике Беларусь, будь то это задачи в рамках союзного государства, других форматов коллективной безопасности. И я уверен, что офицеры Брестского гарнизона – это лучшие люди. День защитника Отечества и Вооруженных сил Республики Беларусь – это праздник, праздник для всех военнослужащих и, в принципе, для всех жителей страны, потому что является государственным праздником. У нас в Брестском гарнизоне, на территории Брестского гарнизона дислоцируются части, которые представляют практически все рода войск наших вооруженных сил. В 21 веке совершенствованию физической, психологической, технической подготовки личного состава уделяется особое внимание. В рамках праздничного мероприятия военнослужащие продемонстрировали отдельные элементы специальной программы. Наблюдая за тем, насколько стремительно развиваются вооруженные силы, а также что сегодня представляет собой армия, молодые люди призывного возраста все чаще начинают задумываться о том, какой род войск выбрать и как подготовить себя к службе. Хорошей помощью в решении этого вопроса для юношей становится посещение соединений в рамках дней открытых дверей. Накануне столетия вооруженных сил такое мероприятие прошло в 48-м отдельном батальоне радиоэлектронной борьбы. Наша специфика очень такая интересная по сравнению с другими. У нас все образцы новые на вооружение только поступили, и при том они компьютеризированы все. Тем более сейчас у нас молодежь связана с компьютерами, и поэтому, я думаю, им очень интересно увидеть, как компьютеры применяются в современных вооруженных силах и в современной аппаратуре. Учащийся Брестского колледжа связи Михаил Игнатович специально пришел, чтобы поближе познакомиться с бытом подразделения. Юноша давно задумывался над тем, где хотел бы проходить службу в будущем, а потому не упустил возможности задать интересующие вопросы и получить ответы из первых уст. Я считаю, что это очень полезные мероприятия. Они дают знания, что такое армия, для чего она, какие виды оружия бывают, какие машины используются в армии. Это очень познавательно и интересно. Наша молодежь, они ответственно подходят к этому мероприятию, подходят ответственно к службе в вооруженных силах и, конечно же, начинают готовить себя со школьной скамьи. А мы, конечно, оказываем им посильную помощь, помогаем им в их воспитании, помогаем духовно, физически. Есть такая профессия — родину защищать. Слова из легендарного фильма «Офицеры». Сегодня уже крылатая фраза. Но если вдуматься, для скольких военных, офицеров и рядовых, прошедших войны и военные конфликты, и в мирное время защищающих рубежи страны, мир и покой сограждан, эти слова стали руководством к действию и смыслом жизни. «Время выбрало их», поется в песне. И действительно, во все времена оберегать покой родной земли вставали лучшие сыны Отечества.
Праздничное мероприятие, приуроченное ко Дню защитника Отечества и столетию Вооруженных сил Республики Беларусь, продолжится и в воскресенье. В 13 часов на центральной площади города Бреста сотрудники областного управления МЧС проведут праздник, в программе которого презентация спецтехники, показательные выступления сотрудников МЧС, кроссфит, конкурсы, викторины в рамках акции «Безопасность в каждый дом» и многое другое. Будет интересно. О других событиях. Проект общественного объединения «Белорусский республиканский союз молодежи «Открытый диалог» известен как широкая дискуссионная площадка, на которой молодежь поднимает самые острые проблемы и задает волнующие вопросы представителям органов власти и силовых структур. В рамках проекта прошла встреча учащихся Московского района города Бреста с представителями Брестской таможни. В рамках патриотической акции «К защите Отечества готов» и проекта «Открытый диалог» визит учащихся средних школ Московского района города Бреста в Брестскую таможню начался со знакомства с богатой историей этого ведомства. Экскурсоводом для молодых людей стал начальник отдела идеологической работы Сергей Селивонец. Служба на благо Республики Беларусь, на благо государства всегда является почетным, поэтому такая работа и называется службой. И в рамках этого проекта мы хотим познакомить детей с особенностями нашей службы, для чего она нужна, чем мы занимаемся. Если к слову сказать, то, конечно, значимость таможни в системе государственных органов, она очень велика. Во время экскурсии ребятам рассказали о годах становления Брестской таможни, о людях, которые там трудятся. Ведь это ведомство находится на передних рубежах защиты экономических интересов страны. И деятельность структуры всегда вызывает интерес у молодежи. К тому же, еще одна цель такой встречи – профориентация. Прежде всего, это профориентация в будущем для молодежи и повышение престижа организации таможенных органов перед лицом молодежи. Это хорошо и в том плане, что да, можно заинтересовать детей, они могут прийти к нам на работу в нашу структуру, да, и как бы, ну, естественно, что это неплохо для нас. Вопросы, которыми молодые люди засыпали представителей Брестской таможни, касались прохождения службы, статуса сотрудников таможни, званий и выслуги. Также интересовали школьников темы коммерческие, перемещение автомобилей через границу и таможенные декларации, а еще как прийти на службу и какими качествами для этого надо обладать. По итогам встречи, как отметили обе стороны, открытый диалог позволил таможенному ведомству стать ближе и понятнее. Раньше в моей жизни, когда говорили таможенные, это представлялось как что-то обособленное, государственное, к чему ты не имеешь отношения. А сейчас, после открытого диалога, эта структура представляется более открытой и прозрачной, простой для понимания обычного человека, и что она имеет отношение ко всем нам. Ирина Альшова, Эдуард Бакунович, Антон Луговкин, телекомпания БУК ТВ. Вы смотрите «Итоги недели» на БУК ТВ. Продолжаем говорить о важном и актуальном. Большой лечебно-профилактический проект «Правильная осанка. Залог здоровья» стартовал на Брещине ровно год назад. Его основная цель – профилактика и выявление на ранних стадиях заболеваний опорно-двигательного аппарата у подрастающего поколения. Вопрос не праздный. Нарушение осанки в той или иной форме есть практически у каждого второго подростка. Мероприятия в рамках проекта получили продолжение и в 2018-м. К примеру, совсем недавно свое здоровье проверяли ученики 6-й Брестской школы. Подробности в материале Анастасии Стропко. Правильная осанка – залог здоровья. Это совместный проект образования и здравоохранения. В его рамках проведен не один десяток мероприятий. Диагностику прошли сотни мальчиков и девочек. Как показала практика, с прямохождением есть сложности. Нарушение осанки, сколиоз и плоскостопие – нередкие гости в медицинских карточках юных брещан. Чаще всего это нарушение осанки, то есть это не сколиоз, это просто такое физиологическое небольшое нарушение, практически у каждого ребенка есть, и плоскостопие. Вот. Оно может быть просто продольное плоскостопие, может быть плосковальгусная стопа, это больше у младших детей. В рамках проекта в основном списке педиатр, ортопед и офтальмолог. При необходимости подключаются специалисты других направлений, а также используется дополнительное оборудование. К примеру, оптический топограф. Он может выдавать 3D-изображение позвоночника. Его главный плюс – безопасность. На базе первой детской поликлиники аппарат появился не так давно, но свою эффективность доказать уже успел. Самая первоначальная задача его – это все-таки снизить вот именно рентген-нагрузку на детское население, потому что
при сколиозе на постоянно эти снимки надо повторять, чтобы контролировать лечение и вообще процесс. То есть главный плюс аппарата – это безопасность? Безопасность, информативность, ну и довольно-таки эти быстро оно делается. Когда полное обследование там, с дополнительными тестами, там, конечно, это все растягивается во времени. Если просто сделать первично, посмотреть, это довольно-таки недолго. Все тот же грамотный подход важен в деле сохранения детского зрения. Последнее подвергается опасности регулярно. К слову, сохранение здоровья глаз – важная задача, решать которую стараются не только медики. В качестве примера – 6-я школа Бреста. Здесь избежать, в числе прочих, глазных проблем ребятам помогает специальный комплекс упражнений. Это часть методики Базарного. Мы используем офтальмологические тренажеры для глаз, но, к сожалению, по самой системе этот тренажер должен находиться на потолке, у нас его нет, и родители сделали для каждого учащегося. То есть оно предполагает, что у каждого в руках будет этот тренажер, и они по цвету самой схемы Базарного, они делают физкульт-минутки. Еще у нас 4 картинки в каждом углу. Это предполагает то, что дети по номерам они делают разные двигательные упражнения. Во-первых, очень хорошо для позвоночника, они поднимают голову, они во время урока прыгают, они движутся, и им это очень нравится. Также система Базарного подразумевает динамическую смену поз, работу за конторками, что положительно сказывается на всем организме. Базарный установил, что когда дети сидят, нарушается система кровообращения, застой крови в тазу, дети малоподвижны. И вот, работая за конторками, дети постоянно находятся в движении. Еще особенность работы в системе Базарного в том, что дети стоят на массажных ковриках. Эти коврики сделаны из дерева, им очень удобно, они стоят в носочках, это идет сразу массаж стоп. Позитивные изменения отмечают и учителя, и родители, и сами дети, а потому уже в ближайшее время количество конторок тут собираются увеличить в разы, планируют расширить охват классов. Для того, чтобы использовать вот эту методику Базарного, нужно приложить много усилий и адаптировать ее, конечно, лучше в школе, которая не достигает больших размеров по своей численности. И вот как раз наша школа начинает заниматься этим инновационным проектом и поддерживает эту методику. Но всю методику использовать очень сложно. И мы берем пока элементы. И удается с помощью родителей, детей и инициаторов учителей. И такая группа в нашей школе есть. Позвоночник не зря называют основой жизни. Он позволяет ходить, сидеть, стоять, бегать и прыгать. И большинство из нас не задумываются о спине, пока не болит. Благодаря глазам человек воспринимает около 90% информации. И здесь даже добавить нечего. Разве это невесомый аргумент в пользу заботливого и внимательного отношения? Анастасия Стропко, Денис Величкевич, Григорий Пекарский, Антон Луговкин. Специально для итоговой программы. Дожить до почтенных лет в здравом уме и твердой памяти, праздновать большие юбилейные даты в кругу родных и близких людей. Вряд ли мы ошибемся, если скажем, что это желание большинства жителей земного шара. Но далеко не всем это удается. Тем ценнее разговор с такими людьми, тем больше хочется спросить у них. В первую очередь о секрете долголетия, личного и семейного счастья. У нашей съемочной группы такая возможность на текущей неделе была. 90-летний юбилей праздновал брещанин Филипп Ковалев. Зима у Читы Ковалевых – период праздников. В январе 85-летие отпраздновала Алина Михайловна. 20 февраля 90-й день рождения встретил Филипп Тимофеевич. Торжества по случаю важной даты растянулись на несколько дней. Желающих поздравить так много, что приходится потоки разделять. Объединяют поздравления пожелания долгих лет. И, надо полагать, в семье знают, как воплотить его в жизнь. Трудно сказать, в чем заключается долголетие. Во-первых, в своем здоровье – это раз. В выдержке какой-то. И самое главное – в понимании. Надо понимать друг друга от и до. И не будешь понимать друг друга, значит, ничего не будет общего хорошего. Вероятнее всего, атмосфера понимания помогает и в укреплении семьи уже более 60 лет. Проблем и забот было немало, чего стоят только переезды по всему Союзу с маленькими детьми на руках. Но семейное древо Ковалевых росло и становилось сильнее. Во-первых, они самые близкие для меня, потому что это семья моя. Всегда помогают, я им прихожу на помощь. Любим, ценим друг друга.
всегда в кругу семьи отмечаем большие праздники. Не то что большие, любые праздники отмечаем всегда все вместе, собираемся такой большой дружной семьей. К слову, одно из увлечений юбиляра, который за долгую трудовую жизнь успел и руками поработать, и людьми поруководить – писательство. На столе возле праздничных букетов книги. В них много о семье, работе и Беловежской пуще. Во-первых, я закончил лесной техникум, закончил лесную академию. Но самое главное, что я еще в детстве читал, где-то попалась мне книжка про эту Беловежскую пущу. Я не знаю, где она взялась. И она у меня все время в голове крутилась, что это какой-то особый лес, где можно, так сказать, увидеть всю живую природу. Так оно и получилось. Она меня не подвела. Алина Михайловна мужу под стать, тоже никогда не сидела на месте. В числе любимых дел – моделирование одежды и театр. К слову, Брестскому академическому она отдала не одно десятилетие. Мы благодарны, что есть такие люди, которые долгие годы своей жизни отдали любимому творчеству, любимому театру, любимому предприятию. Я очень благодарен тем людям, которые стояли у истоков создания нашего театра, которые многие годы жизни отдали нашему театру, как учреждению. Я благодарен, что есть продолжатели этой работы. Любовь к театру, видимо, передается в семье по наследству. Одна из двух дочерей Ковалевых – директор музея «Брест театральный». Эта площадка хорошо знакома брещанам, которые стремятся пополнить копилку знаний. Особенно любят бывать в музее дети. К слову, отец и дочь Ковалева уже 60 лет празднуют один день рождения на двоих. Активные, позитивные и очень открытые. Эта семья – настоящий пример для подражания в части доброго настроя и настроения друг к другу, семье и окружающим людям. Анастасия Стропко, Эдуард Бакунович, Антон Луговкин. Специально для итоговой программы. Накануне в областном краеведческом музее в очередной раз собрались те, кому нравится проводить свободное время в интересной компании. В рамках второй встречи проекта «Календарь» сотрудники музея вместе с военнослужащими предложили гостям мероприятия пройти своеобразный курс подготовки молодого бойца. Наш корреспондент Анастасия Ноздрин-Плотницкая оказалась в числе участников. Уже у входа в областной краеведческий музей было понятно, здесь проходит необычное мероприятие военной тематики. Специально ко Дню защитника Отечества сотрудники учреждения совместно с военнослужащими 38-й отдельной десантно-штурмовой бригады и специалистами БФСО «Динамо» предложили гостям праздника испытать на себе, что значит быть солдатом. Музейный формат, он необычен тем, что это происходит необычное в музее. Вот, казалось бы, несовместимые вещи. Мы доказывали модным четвергом, что это получилось. Теперь о музее другие даты календаря. Ну, 23-е, тем более сегодня, 100-летие Красной Армии. К этому приурочено мероприятие сегодня, поэтому и реконструкторы присутствуют, и современное вооружение. Каждый гость при покупке входного билета получал специальную карточку-маршрутизатор. Перемещаясь от одной площадки к другой, участники мероприятия мастерили пилотки, отгадывали загадки, разбирались в количествах звезд на погонах солдат, проверяли свою меткость в импровизированном тире, даже учили собирать настоящий парашют. И здесь есть свои нюансы. Нужно досмотреть полностью все составные части парашюта. То есть полотно, оно у нас по площади 83 квадратных метра, основной купол. Также есть стабилизирующий парашют. То есть он находится, вначале открывается стабилизирующий парашют, который дает наполнение основному куполу. Конечно же. Особой популярностью пользовалась выставка вооружения. Здесь ребята могли подержать в руках пистолет и автомат, поучиться собирать или разбирать его на скорость. Согласно нормативам, на это отводятся считанные секунды. В среднем на разборку автомата дается 16-18 секунд. Очередная встреча в рамках проекта «Календарь» показала, брещане любят интересные мероприятия и всегда готовы к новому. А потому организаторы заверяют, следующие встречи будут не менее интересными и запоминающимися.
В год столетия вооруженных сил в городе над Бугом проходит много интересных культурно-спортивных мероприятий на военную тематику. Празднование 23 февраля Дня защитника Отечества впервые отметили салютом в Брестской крепости, а 24-го продолжили большим военно-спортивным праздником. На площадках возле легкоатлетического манежа и Ледового дворца горожанам всех возрастов нашлось развлечение по душе. Выставка военной техники, оружия и обмундирования, показательное выступление военнослужащих, спортивные соревнования и, конечно же, настоящая солдатская каша из полевой кухни. Подробности у нашего корреспондента Ирины Альшовой. Военным к холоду не привыкать. Приказы даже в праздники здесь выполняют в любую погоду. Поэтому вдвойне приятно, что 10-градусный мороз и холодный февральский ветер не испугал брещан. Для горожан военнослужащие Брестского гарнизона, ДСААФ и службы МЧС подготовили выставку военной и специальной техники, обмундирования и оружия. Мы специально сделали так, что и программа министром обороны утвержденная практически целый год. Вот такие мероприятия проходят в разных городах. И у нас в Бресте тоже, и начались они уже как минимум 2-3 недели назад. Мы уже проводим и патриотическое воспитание в школе, уроки мужества в школах. Вот. Здесь, ну, соответственно, такой день мы сегодня выбрали 24 числа именно здесь, потому что в центре города, чтобы люди пришли, посмотрели на это дело. Особый интерес у молодежи вызвала выставка боевого оружия. Автоматы, пулеметы, снайперские винтовки. Каждый желающий мог сфотографироваться и представить себя крутым рейнджером. На несколько часов офицеры стали экскурсоводами и консультантами. А еще под сдержанные улыбки пап и дедушек детвора с удовольствием осваивала боевую технику. От квадроцикла до боевого БТР и ракетных систем военные предоставили возможность каждому почувствовать себя частью вооруженных сил. БТР это, ну, можно сказать, еще не четок техника, но знаю по современнее технику. Ну, за рулем посидеть тоже нормально, ну. Вот еще другую технику собираюсь полазить. Вообще все нравится. Мне, в принципе, нравится тут пока что. Пока холодно сильно не сами будут. Ну, расскажи, тебе вот военная техника впечатлила? Ну да. Почему? Огромная. И тут можно кататься потихоньку. А еще можно было стать свидетелем показательных выступлений десантников по владению огнестрельным оружием и учебного боя по захвату диверсантов. Пограничники предложили гостям праздника понаблюдать за действиями служебно-розыскной собаки и стать свидетелем задержания нарушителя границы. Вместе с военными брестские старшеклассники приняли участие в спортивной игре. Ребятам, скажем так, это дает то, чтобы посмотреть по мере своей силы и увидеть в том, что они могут, что военнослужащие – это, скажем так, люди не с другой планеты. Это то, что их, можно сказать, ждет через год. А для военнослужащих это хороший праздник и возможность получить развлечения в своих служебных буднях. Такой масштабный военно-спортивный праздник в Бресте прошел впервые. Не каждый год вооруженным силам исполняется 100 лет. Сегодня белорусская армия переживает непростой период. Соответствовать современным вызовам времени нелегко. Это же сложно. Она может быть где-то и ответственна, и, ну, так должно быть, понимаете, потому что вызовы такие сейчас, что мы, в любом случае мы обязаны быть, и мы понимаем, что мы будем первыми, вот, поэтому личный состав, все командиры все это дело понимают, вот, стремятся, учатся, вот, и будьте уверены, мы готовы дать отпор любому противнику. Год своего юбилея вооруженные силы Беларуси встречают во всеоружии. С боевыми задачами все рода войск справляются на отлично, потому что знают, их рубеж первый. Ирина Альшова, Андрей Щерба, Антон Луговкин, телекомпания БУК-ТВ, специально для итогового выпуска. Вы смотрели программу «Итоги недели» на БУК-ТВ. Если возникли вопросы, которые не удается решить самостоятельно, если есть интересные события, факты, о которых вы хотите рассказать, звоните на горячую линию по номеру в Бресте 54 63 67. Мы вас услышим. Кто не успел увидеть нас в эфире, есть возможность посмотреть программу на сайте телекомпании buktv.by, а также на нашем канале в YouTube. Прямо сейчас о погоде на ближайшие дни, а я, Павел Белявский, с вами прощаюсь. Пусть новости в ваших домах будут только добрыми. В
В ближайшие дни сохранится очень холодная погода. 25-26 февраля республика будет находиться под влиянием области повышенного атмосферного давления, сформированной в арктической воздушной массе. 25 февраля в Бресте будет пасмурно, без осадков. На дорогах гололедица. Ветер северо-восточный, умеренный. Температура воздуха минимальная ночью – -9.11, максимальная днем – 7.9 мороза. В понедельник синоптики прогнозируют переменную облачность без осадков. На дорогах гололедица. Ночью и утром местами слабый туман, изморозь. Ветер северо-восточный, умеренный. Температура воздуха в ночные часы 9-11 градусов ниже нуля. Днем до 8 мороза.